День добрый, друзья мои. Продолжаем катать American Truck Simulator. Версия 1.49. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я в штате Канзас, город Уичита. У меня есть уже груз. Так, сейчас мы загрузимся. Так, подожди, а что мы? Что мы берем? Груз от World of Trucks. Выполняем ивент новогодний. И заодно, поскольку я в Канзасе, выполняю потихонечку ивент Канзас. Christmas Handmade Gifts. Что-то такое. Хрен его знает. Так. Так, в этом месте Town Square я уже был. Town Square. Центральный сквер. Или городской сквер. Угу. Так, тоже больше двадцатки. Ну что, поедем. Другого груза нет. С этого места в это заколдованное местечко. Берем, давай взять. Так, продолжить доставку. Сейчас загрузимся, заберем прицеп, вернее, и на телепорт. На телепортацию. Да. Так, один момент, кое-что надо. Сейчас, подожди. Так, значит, у нас International Lone Star, 605 лошадиных сил, Cummins Size X15, 18-я коробочка Eaton. Вот такая бундуренция у нас. Симпатичные колеса, такие черные, вороненые, такие гудиеровские. Так. Так, и, друзья мои, я... Сейчас, подождите, надо будет отрегулировать место водительское. Так, вроде бы все настроил, вроде бы все хорошо. В принципе, не сильно далеко. Я сдвинулся, руль более-менее нормально выглядит, но зато видно хорошо левое зеркало. Так, это включаем. Так, сейчас навигацию проверю, куда нас она ведет. Сюда, вниз, на загрузку. Ага, мы здесь уже были. В предыдущий рейс я сюда заходил разгружаться. Едем сюда же. И там внизу, где-то вот здесь на заправке, по-моему, два телепорта видел. Или здесь, где-то рядом. Так, погнали на 18-й коробочке. Поверните налево. Сейчас все будет окей, повернем. Так, чутка высоко сижу, да? Мне так кажется. Надо, малюха, так вот пониже. Хорошо. Приготовьтесь к повороту налево. Нет, не здесь, а вот здесь. Поверните налево. Так, по топливу все отлично. Так, что у нас тут? Налево. Держитесь левее, затем поверните налево. Угу.
Так, сюда. Поверните налево. Отлично, никого. Никого. Надо будет, прилечу когда в сказочную долину в эту. Надо будет крутануть время, посмотреть, как там день. Но я по другим скринам у других стримеров видел, что есть. На Фейсбуке видел. Есть там, оказывается, еще и почти что вечер уже. Очень красиво. Держитесь левее. Да держусь, родненькая. Держусь. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Так, держитесь тут... правее, затем поверните направо. Так, тут тоже направо. Поверните направо. Так, по зеленому лучше все равно поглядеть. Так, тут. Держитесь левее, затем поверните налево. Сюда налево. Поверните налево. Так, нам пока красный. Пока красный. Симпатичный интерьер, да? Ну, типа сейчас слева должны ехать, да? Сейчас они едут. Он там нарезал пикап-трак. Так, ну вот, опять на это место. Поезда нет. И в тот же двор. Походу, вот мой процепчик, да? Так, это мне. А, дальше. Приготовьтесь к повороту направо. Угу. Да-да-да. Вокруг вон. Все, вижу. Поверните точно. Направо. Разгружаться. Ой, загружаться там будем. Поверните направо. Успешно прибыли. Сразу за прицепом. Сейчас. Так, вот сейчас сюда раз. Так, подождите секунду, кто мне там что прислал? Херня всякая. Так.
Так, и надо сейчас нам аккуратно. Так, сейчас опустим телегу. Отлично. Сразу ставим. Так, нет, выйду и потом поставлю. У нас же есть волшебный пультик. Который позволяет поднимать телегу. Так. Сейчас опять лапы так раз из-под земли так выйдут. Ставим в транспортное. Отлично, да, почти поднялись. Сейчас из бетона такие лапы, бам, такие поднимаются на. Вот видишь, как бывает. Так, сейчас обойдем. Субару, что ли, похоже, понять не могу. Должен в любом случае успеть я пройти этот ивент новогодний, ивент Канзас. Время есть. До 14 января по новогоднему ивенту время есть. И уж до 28 января тоже. Времечко есть. Так, навигацию. И теперь давай-ка мы посмотрим, куда нам ехать. Вот я внизу вижу. Вот у нас здесь. Так, сюда мы выруливаем. Назад. Тири-тири-тири-тири. Это получается... Ну, либо так, либо сюда. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну мне сюда не попасть, не по пути. А вот тут есть у нас, тут похоже, это весовая. Так, нам сюда как раз и надо. Давай. Навигацию, как она поведет нас. Ну да, как я и думал. Сюда, сюда, сюда. И понеслась. Так, только давай-ка мы сейчас кругаля дадим, проедем эту тему сейчас. Раз. Будьте внимательней на дороге. Я и так сама внимательность. Так, сначала вытягиваемся полностью, потом поворачиваем. Направо проедем. Поверните налево. Извини. Изменение маршрута. Извини, дорогая, я тебя не послушал. Поверните направо. Надо же обкатывать города. Поиск нового маршрута. Всякие деревни. Раз уж я оказался в этой местности. Приготовьтесь к повороту направо. Давай уже проедем. Поверните направо.
Хорошая дорога, широченная. Держитесь правее, затем поверните направо. Все по-просторному так. Все поверните чуть-чуть. Направо. И траки здоровые, длиннющие. И прицепы да нахрен не маленькие. А вот, видишь ты. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Так, сейчас направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Так, стоп. Нельзя ехать, пока не освободил переезд, товарищ. А то я встряну вот так вот, с мордой. Да вы какой с мордой? Я весь на переезде встану. Неудобняцко так, да? Ну а что делать? Вот так вот пришлось раскорячиться. Ничего не попишешь. Может быть, я успею вместе с ним на зеленый пройти. Ага. Понятно. Ему-то налево надо. А нам направо, поэтому он на красной и стоял. Ну вот опять светофоры. Сейчас опять все проедут слева. О, Форт Краун Виктория. Либо Меркьюри. Привод на заднюю ось. Полицейские обожают такие автомобили. Ну, обтекали. Когда выпускались. Все, хорош, не разгоняйся. Так, там что у нас, налево надо где-то? Так, 55 миль ехать нам до нашего маркера. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Держитесь левее, затем поверните налево. Так, левее там. Поверните налево. Все правильно, вот сюда надо. Все, все, все. Ой, ёптать. Сука. Ты чё, блин, караул творишь? Держитесь левее. Да-да, сюда-сюда.
зараза. Ай ты, блин, а. Вот чудишь. Ты смотри, то на пенсию отправят без выходного пособия. Перестраиваемся. Еще немножко церковничек. Шустрые, ладно, хоть не тормозят, тоже слева интер прошел. Это дальше у нас справа будет. Ну, выходи смелее, вот. Симпатичный Линкольн. МКТ, по-моему, модель. Кроссовер такой. Тоже нравится мне такие. Стильные такие, тачки такие. Вон у нас телепорт слева есть, да? Сейчас через разделительную Нью-Джерси, налево туда. Да. По многочисленным просьбам трудящихся весовую... Держитесь правее. Затем съезд справа. Сигнализация срабатывает на весовую раньше. Так, но мне... Съезд справа. Так, а мне как? Мне отсюда можно заехать туда или через весы и направо? Вопрос, конечно. Вы прибыли. Вопрос интересный. Так, ну здесь мне не проехать на весы. Направо я не уйду никак. И направо вон там поворотик есть у нас. Так, сюда направо. И сюда направо по знакам, да. Вот у нас еще один телепорт. Не очень, конечно, такая расцветка подходит под новогодний автомобиль, под новогодний прицеп. Так, сейчас опять же
в южной части карты окажусь. Так, и опять у нас будет ночь. Надо крутануть потом будет время на рассвет, да? Отдохнуть, поспать, погулять там. Чё бы нет? Ночечка. Ну я же говорю. Так, половина шестого. Суббота у нас. Так, ну как-то у нас насчет северного сияния. Ля, а шо, где она? Так. Понятно, нигде ничего нету. Повыше. Ничего. Ну ладно. Поехали тогда. Так, сейчас, подожди, подожди, подожди. Карту. А, нет. Меня в другое место закинуло. Я думал, меня закинет опять сюда. А, нет, вот сюда. Я два раза отсюда ехал. Но сейчас в другое местечко заехали. Ладно. Ладно, поедем. Тут переулочки вот эти вот узенькие такие. Еле-еле одна машина идет. А потом просто можем, чтобы другое место открыть, попробуем раз заехать. Так, так. Куда-нибудь. Поехали. То справа вон огонечки на елке. Прикольно у вас тут, ребят. Вон слева тоже сейчас. Красиво. Но американцы в этом смысле большие молодцы, умеют они наряжать и дома свои красиво делают. У них как-то это прям вот в культуре так уже заложено. У них так принято на праздники наряжать свои дома. Если у кого-то дом не наряжен, смотрит на него как на жмота какого-то ненормального. Ну просто так принято. Так, трафика тут нету, бояться тут нечего, но лучше посмотреть, хрен его знает. Может, какое-то обновление такое раз прошло, когда я компьютер включал и выключал. И появился трафик тут. Надо же такой звук записать, как колеса по снегу катятся и звук ломающихся кристалликов снежинок. Так, ты куда поехал? Тебе не туда, тебе сюда, ты чё, блин? Тихо, маленько ее зануло. Ну, тоже место классное. Уже елочка, народ гуляет. Скверный.
Снова мы туда едем. Снова мы туда. Так, а если мы вот так через переулок этот? Все равно надо заезжать-то отсюда будет, с этой стороны. То есть там насквозь-то я, по-моему, и не проеду. По-моему, нет. Так, остаемся здесь до завтра и утречком будем выезжать. Так. Ага, надо перед там заходить. Так, я, наверное, назад выйду, вот туда вперед, в смысле. И там как раз вот где сейчас я проезжал, там площадочка есть. Я там такая во дворе. Хорошо. Забирайте. И завтра поедем в другое местечко. Местечко. Так, сейчас у меня еще один груз добавился, но места, понятное дело, не добавилось. На 5.15 было 4.15, места также 2. Вот посмотрим. Вот завтра поеду в другое место. Загружусь оттуда. И посмотрим, что у нас будет. Куда мне ехать? Я вот только сейчас, вот здесь сейчас переночую и завтра сюда. Угу. И вон потом на телепорт, чтобы лишний раз тут не плутать туда-сюда. Так, а у нас там... А нет, можно насквозь-то выехать. Что-то я не все-таки хорошо, что сюда... Туда не, оттуда нехорошо, что не поехал, да. Так. Упс, пардон. Так, все, прицепчик оставили. Поехали. Побродим сейчас, погуляем. Зайдем в какую-нибудь кафеху. Что-нибудь вкусненькое съедим. И какого-нибудь домашнего пива выпью с удовольствием. С удовольствием. Так, поехали сюда вот. Прям капец бы, как с удовольствием бахнул бы кружечку домашнего певца. Так, а здесь мы как можем встать? Так, подожди-ка, сейчас, секундочку. Надо посмотреть. Там нам не заехать. А что ты страдаешь-то? Ну-ка, давай-ка вот чуть-чуть назад и сюда. Тут и встанем. Так, вот прям сюда. Припаркуемся. Отлично. Ой, места тут везде полно. Не обязательно тесненько тут вставать, и так хорошо. Ну вот как-то так. Ну что ж, друзья, спасибо
за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мою страницу ВКонтакте, на мою страницу в Facebook. Там полно скринов по Евротрак, по мерке, по сыровке. Заходите, добавляйтесь, буду рад. Всем спасибо, пока-пока. Увидимся, до новых волнующих.